Итак, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Sticker Days. С вами Вован, и это очередная серия по BIMNG Drive. В общем, в юбилейной серии мне понравилось разбивать самолет. Короче, я решил по нескольким картам полетать на самолете и, скажем так, поменять на тачку уже в полете и посмотреть, что же из этого будет. Первая карта это Сан-Франциско, по-моему. Да. В общем, самолет. И погнали. Я не уверен, конечно, что ему хватит, конечно, тут расстояние разогнаться и взлететь. А может быть и хватит, а может быть нет, но это не точно. Но если у нас получится тут взлететь, то это будет вообще просто топ, шикарно. Но на 70 км в час мы, наверное, не взлетим. Да. 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 Нам не хватило. Эх. Давайте еще раз попробуем. Там поворот. Тут не хватает полосы. Блин, ну это будет топ, да, согласитесь? Вот это, наверное, я один из немногих обзорщиков, кто вообще такую дичь делает. Так, нам должно хватить. Да, да, твою мать. Не, ну слушайте, третий раз-то будет удачный. Я верю в это. Там тем более еще на спуск идет, и нам, в принципе, должно хватить расстояния, чтобы взлететь. Ай-яй, что-то тормозит. Ну, зашибись. У меня еще просто параллельно это. Ан-12 качается. Да ёб... Твою мать. Ладно. Ладно, окей, хорошо. Первым делом уже пилоту, да? Но если тут не получится, то надо попробовать на мосту. Да, тут есть мост, и там надо попробовать. Не, в принципе, реально, я понял. Но это, скажем так, я вместе с вами вот это придумал, так сказать, не отходя от кассы, сижу записываю. Это будет топ, если нам получится поменять самолет на машину именно в воздухе. Именно когда мы уже взлетим. А ёбаный в рот. Да. Мне почему-то кажется, что мы все-таки должны туда поместиться. Так, а что если вот так вот? Ну, не знаю. Нам, короче, хотя бы соточку с вами надо, чтобы взлетать. Да ёбаный в рот. Так-с. То бишь мы сейчас полный газ даем. Угу. И погнали. Я в тебя верю. Ты должен это сделать, чувак. У тебя будет самый сложный взлет, блядь, в истории вообще всей авиации. Да, блядь. Нам бы зайти туда. Такс, такс. Окей, Google. О, да.
Да, я взлечу, да. У нас все получится. Давай, 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 дорогой, блядь. Не, ну слушайте, это уже успех, это явный успех. То есть, если мы сейчас на тормозах наберем полную мощность двигателей, то в принципе, реально. Нет ничего нереального, тем более в игре. Ну, блин, я не знаю. Я понял. Моя ошибка то, что я перед поворотом чуть даю влево. Такс, ну. А тут больше нету никаких мест, где можно взлететь. Так, по-хорошему. Да? Ну, давайте еще раз. И опять я, короче, налево дал. Это, походу, серия будет про взлеты. Но я, вот, поверьте, я вырезал предыдущие неудачные взлеты, да? Вот, и вы все-таки увидите, как мы сейчас взлетим. Или не взлетим. Да ёб твою мать. Не, ну уже успех, уже успех. Он должен это сделать. Это же супер крутой пилот. Но самолет явно какой-то такой тугой. Понятно, понятно, ясно, ясно, понятно. Такс, ну, от винта. Не знаю, друзья, не знаю, это такое рискованное занятие, блядь. Все, я понял. Я понял, просто у меня это очко жим-жим, да, там. Но мне кажется, вот сейчас-то точно, вот сейчас-то, вот сейчас точно должен взлететь. Это, пожалуй, один из самых сложных взлетов вообще в моей жизни. Так, где-то вот здесь нам надо уже поворачивать, да, иначе не пройдем. Да твою мать. Я опять там налево нажал. Мне почему-то казалось, то, что самолет именно вот идет в правый отбойник. А там потом получается до хрена. Да. То есть нам получается здесь надо направо и вот так. Да, ну нахуй. В пизду. Все, крайний раз и попробуем на другую локацию на этой же карте. Такс. Да, пожалуй, пошли-ка мы с вами на другую локацию. Так, а где же можно у нас взлететь? Вот это я дебил, на шоссе можно было взлететь. Окей, окей, Google. Целых 9 минут вашего времени. Ша-ша.